девочки, а вы же знаете, что здесь совсем скоро произойдет интересное событие? Да, мы слышали об этом. И мы даже будем активно в этом участвовать. И рассказывать нашим телезрителям о том, что здесь будет происходить. Именно здесь, в парке Демакова, 1 сентября в 11 часов откроется детский квартал. А в это же время на площади Ленина будет происходить парад Созидателей. А для того, чтобы ничего не пропустить, следите за нашими новостями на официальных страницах студии журналистики «Автор» в социальных сетях. И на видеохостинге YouTube. И обязательно смотрите телепередачу «Лестница».